Ребят, всем привет! С вами на канале Сибирский Механик. Решил я небольшой обзорчик снять на бензоэлектростанцию. Такая вот бензоэлектростанция. ТИ-2000, германская, инверторная. Да, чем инверторная лучше обычной? То, что нету скачков напряжения. Вот, она бензиновая, четырехтактная. Сюда, здесь заливная горловина. Когда заводишь перед заводом, наон надо открыть, я так полагаю, это доступ воздуха. Вот, включить и в режим старта. После того, как завели, прогрели, перевели ее в этот режим. Здесь крышка открывается, масло проверяется. Да, я проверил, все нормально. Здесь свеча зажигания. Получается, характеристики этой электростанции. Номинальное напряжение 220 вольт, частота 50 Гц, номинальная мощность 1,6 кВ, максимальная 2 кВА. Однофазная она, есть розетка на 12 вольт, ток 8,3 ампера, топливо бензин. Так, здесь, что у нас, смотрим. Здесь с этой стороны две розетки на 220 вольт, одна розетка на 12 вольт. Экономичный режим, это чтобы, скажем так, она в полнакала работала, в половину мощности. 220 вольт указатель, когда перегрузка, я так понимаю, перегрузка срабатывает, если мощность превышает, да, и датчик уровня масла. В принципе, такая станция. Сейчас проверим, как болгарку она тянет. Я у знакомого человека ее попросил, вот, понадобилось кое-какие работы провести, металл порезать, срезать ворота на гараже, где нет электричества 220 вольт. Вот, бензореза нету, везти туда. Взял такую, попросил у человека, не отказал мне, дал компактную эту электростанцию. В принципе, ну, по весу она килограмм 20 весит, может поменьше. Вот, сейчас попробуем ее запустить. Перед запуском открыли топливную горловину, включить в режим старта, ну и заводим. Все спокойно завелась, переводим в режим, все работает, сигнализатор 220 вольт, включаем розеточку и попробуем вот такую пластину болгаркой отпилить, толщина 2 миллиметра, вот, смотрим. Когда начинаем пилить, обороты на станции возрастают, болгарка отключается, обороты падают. В принципе, по первому впечатлению, режет отлично, двоечку металл, перерезала на раз-два, заводится очень легко, работает не очень шумно. Такая вот электростанция инверторная. Вот, в принципе, вот такой вот небольшой отзыв на нее снял. Всем спасибо за внимание. Всем удачи.